Перевалочный пункт для мусора устроил на своем участке в Болшеве предприниматель Анатолий Хмельницкий. Несколько лет назад он купил здание с прилегающими территориями на Станционной улице, но вместо жилого дома и гаража обустроил настоящий полигон для бытовых отходов. В прокуратуру города поступили жалобы от жителей соседних домов. Королевцы попросили силовиков вмешаться, так как неприятный запах сжигаемого мусора невозможно было терпеть. Проведенной проверкой было установлено, что на данных земельных участках осуществляется перегрузка отходов производства и потребления из более маленьких контейнеров в большие для последующей транспортировки на полигоны твердых бытовых отходов. На территории обнаружили остатки грузовых и легковых машин, а также целый склад старых покрышек. Предприниматель нарушил сразу 3 статьи административного кодекса и законодательства об охране окружающей среды. Ему назначили штраф в 500 000 рублей, однако бизнесмен с этим не согласился. Анатолий Хмельницкий утверждает, что имеет право сжечь мусор в своем дворе, а складывать шины якобы можно где угодно. Здесь по документам здание гаража ГАРПО. Это приобреталось как здание гаража ГАРПО. Эксплуатировалось как здание гаража ГАРПО. И оштрафовали меня. Это материться вот не буду, принципиально. Вот. Оштрафовали меня за то, что, значит, предназначение земли вам разрешили, мне говорят. Сам я себе ничего разрешить не могу. Если предприниматель не прекратит деятельность по перегрузке мусора добровольно, к делу привлекут суд.